Всем приветики, мои прекрасные роблоксята. И скажите мне, пожалуйста, на что я сейчас буду делать реакцию? Да, на гачу. Я думала, что дальше некуда. Просто гача поделяется на два вида, и дальше некуда. Просто стоим на месте, как бы неадекватная гача и адекватная гача. Но, оказывается, есть еще один вид гачи. Я не могу найти этот комментарий, но эту идею мне подала подписчица. Короче, вроде бы этот вид называется гача ржача. Ну, типа что-то смешное, ну и типа нет. А сейчас будет еще одно обращение к моим подписчикам, хотя первого обращения не было, но это второе. Это люди, которые пишут, короче, сделай, пожалуйста, реакцию на феи. Я не хочу делать на них реакцию, потому что некоторые феи реально крутые, я на них подписана. А есть... Я не видела, по крайней мере, никаких неадекватных фей. Вообще, это нормальный, адекватный контент, я бы сказала. Кто со мной не сошел сомнениями, ну уж простите, для меня контент фей – это нормально. Ну ладно, что ж, погнали. Блин, подписчица, которая это написала, огромное спасибо, это реально хороший повод поугарать. Ну, мне нравится, если честно, вот прикольно. О, да, как я тебя понимаю, девочка, ты просто не представляешь. Вот это вот волосы дома вообще идеал. Приходишь в школу, снимаешь шапку, а там просто бабайка на тебя смотрит. Я школьница, которая без ума от вас. Это, ребята, реально смешно, это реально круто, но я просто представляю, на сколько времени девочка потратила на это видео. Я подпишусь на автора этого видео просто, без вопросов. Ну этот фрагмент просто вынес меня. Кстати, ребят, те ребята, которые пишут, а ты будешь снимать гачи? А ты что, снимаешь гачи? Нет, я не снимаю гачи, это просто было видео, так скажем, пробное. Вообще, я гачу скачивала вообще второй, ладно, раз. Ня, я не буду. Какой ня? О, ребят, понимаю, кто, короче, сидит в ТикТоке довольно давно, помнит вот этот вот тренд 2021-го, короче, ложим телефон в стиральную машину и, короче, крутим стиральную машину, еще нужно было, короче, телефон скотчем приматывать, ну, короче, просто очень много мороки, это был тренд тогда. Вот бы у меня такая веселуха в школе была, а то у меня все, блин, в телефонах сидят, либо же какой-то дурью мается, то есть, точнее, бутылочки кидают в друг друга. Это, ребята, было довольно смешно, ну, реально, вы не представляете, сколько за кадром было смеха. Автор молодец, это блин! Давайте, ребята, что-то в комментариях пооригинальнее придумаем, кроме первого, второго, короче, что-то пооригинальнее давайте. Ну, а я с вами прощаюсь за мое долгое отсутствие, потому что автору было лень делать видео. Всем до новых встреч, пока-пока.